Сегодня, значит, у нас присутствуют представители, доверенное лицо от Владимира Владимировича Путина, выдвинуто в порядке самовыдвижения. Также у нас присутствует, значит, Дованкова Владислав Андреевич сегодня не представлен, уполномоченные лица. Буду поэтому в жеребьевке участвовать я, как руководитель рабочей группы. Также у нас присутствует от Харитонова Николая Ивановича, Михайловича, извиняюсь, присутствует у нас Владимир Васильевич, уполномоченное лицо, да, от политической партии, Коммунистическая партия Российской Федерации. Также у нас присутствует Юлия Владимировна Арланмай, уполномоченное лицо от политической партии ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Сегодня избирательная комиссия Республики Тыва проводит жеребьевку между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации. Для предоставления эфирного времени, печатной площади, выборных агитационных материалов в средствах массовой информации, а также в телерадиокомпании. В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации зарегистрировано 4 кандидата. Это Владимир Владимирович Путин, представленный в порядке самовыдвижения, Слуцкий Леонид Эдуардович, выдвинутый политической партией ЛДПР, Либерально-демократической партии России, а также Дованков Владислав Андреевич, выдвинутый политической партией «Новые люди», и также Харитонов Николай Михайлович, выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации. Добрый день, уважаемые зрители Республики Тула. Я Спин Владимир Васильевич, являюсь доверенным лицом кандидатов в президенты Российской Федерации от Коммунистической партии Российской Федерации Харитонова Николая Михайловича. Сегодня я принимал участие в жеребьевке. Ну, жеребьевка прошла достаточно успешно. Но что будем говорить? У нас есть программа кандидата нашего на выборах президента. Мы ее будем озвучивать на встрече и там, и по телевидению, и по радио. Есть такая поговорка, значит, коммунисты победили в октябре, коммунисты победят и в марте, да? И помимо всего я еще хочу сказать, есть еще такая одна русская поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Так вот, у нас этих друзей не 100, а тысячи людей. И если все наши люди придут и проголосуют, а мы надеемся, для этого мы и выставляем своего кандидата от Коммунистической партии. Если проголосуем, то, как говорится, победа будет за нами.